Здравствуйте, меня зовут Перфини Бек. Я студентка второго курса педагогического факультета университета Неджмеддина Эрбакана Эрегли, программа дошкольного образования. Наша кафедра была создана в кампусе Эрегли с целью поддержки развития детей в возрасте от 0 до 6 лет и подготовки квалифицированных педагогов. На нашем факультете в дополнение к первым двум годам обучения есть еще и выездные курсы. Кроме того, на третьем и четвертом курсах мы также проходим курсы по психологии. А некоторые из наших курсов, такие как математическое образование в раннем детстве, театральное образование, естественно-научное образование и психическое здоровье матери и ребенка. На нашем факультете есть научные лаборатории, компьютерные кабинеты и театральная мастерская. Театральная мастерская дает большое преимущество прикладным курсом нашего факультета и вносит свой вклад в наше образование. В программе дошкольного обучения у нас есть обязательная стажировка в четвертом классе, которая охватывает первое и второе семестры. Эти стажировки проходят в ближайших школах у определенных преподавателей, а затем выпускаются. После окончания университета мы можем работать во многих государственных учреждениях с результатами КПСС. Это экзамен по отбору государственного персонала.